Что касается предстоящего матча, прошедшего вернее матча, мы победили, главную задачу выполнили, заработали 3 очка. И мы очень, очень сильно благодарны футболистам нашим, то, что они победили. Если не случайно считать, для них случайно. Ну, не легче, легче, но надо же. Сколько моментов было, мы не забыли. Ну, в конце, все концентрация, чтобы забить это дело. Ну, забили, дай бог. Человек по 23 номерам, который играл, Азизов Алишер, ну, до этого и момента имел 2 голевых момента. Вот, именно во втором тайме. Вот, и третий момент с фланга. Ассистировал ему Власичев, соответственно, он голову забил гол. Я считаю, это не случайно. Это была плановая атака. И до этого были моменты. Вот. Но тем не менее, вот удача и везение было на нашей стороне. Главное, мы победили. Идем дальше. Хорошая. Ну, поле вот это плохое. Еще уже апрель, до сих пор не готов. Ну, вообще, у нас в Узбекистане уже в феврале все поле готовы. И это более. Мы с командой еще с поля играли. Тяжело. Тем более наша команда играет пас. Да? А с таким поле только это, не получился. Ну, ощущение хорошо, но забил, и главное, 3 очка есть.